Извините. А, я, да. Встречайте аплодисментами. Скажите, как ее имя? Екатерина. Молодец. Обычно даже забывает познакомиться, но радует, что он успел. Я думаю, что, может быть, у них все сложится. От того, что есть, этот не помешает. А, уже засомневалась. Вот видишь, как все. Ну, теперь о серьезном, действительно. Вы становитесь студентами. И в отличие от школьников, у вас появляется уже ответственность. Я уже сказал, что там школьный звонок уже нет. Уже внутренний стержень, говорящий о том, что пора вставать и идти на первую пару. И ходить, заниматься, слушать, впитывать знания для того, чтобы через 5 или через 5,5 лет получить диплом выпускника военмеха. Это действительно уникальное учебное заведение, и оно занимает по первому месту по отчислению студентов. Вот в этом году вас вместе с утренней частью, тех, кто был на 12 часов и сейчас, примерно 1600 человек переступает порог студенческой жизни в военмехе. А через 5 лет в ВУЗе артиллерии диплом, как правило, по статистике, получает 850-900 человек. Очень хочется, чтобы вы и ваш курс изменил эту статистику. И чтобы через 5 лет в музее артиллерии инженерных войск и войск связи диплом получило 1599 человек. Дай Бог, чтобы так случилось, но это в ваших руках и в ваших головах. Поэтому хочется пожелать вам удачи, хорошей учебы, крепкой студенческой дружбы. Ну и чтобы все это состоялось, побольше воздуха в легкие, включайте нам бодрую мелодию «За военмех», два коротких, один протяжный. Гип-гип! Дай Бог, чтобы так оно все и случилось. Вам большое спасибо. Идите знакомиться дальше. Помни, что у нее...